Привет, друзья! Тест жидкости Chupa Chups от компании Nelson. 60 мл фасовка, производство Украина, может быть 0,5-3 по никотину. 70 на 30. В общем, по названию понятно, да, что это стремились получить Chupa Chups. Это ягодный Chupa Chups, ягодный микс, микс с конфетой. Вот как-то так. То есть, давайте пробовать. Жидкость не имеет ярко выраженного какого-то, ярко выраженного какого-то одного вкуса. Здесь такое миксовое облачное сочетание, в котором нельзя прочитать вот четко, что там присутствует. Однозначно там присутствуют какие-то лесные ягоды, потому что, в принципе, они всегда по привкусу ощутимы, но понять, что конкретно, нет. Это вот как раз для людей, которым все равно, что там внутри, они не раскладывают жидкости на компоненты, они просто вот нравятся или не нравятся. Вот мне, допустим, эта жидкость зашла. Сейчас будем пробовать. У нее есть такой свой привкус, он очень прикольный. Давайте теперь дипочка на одну спираль. Могу сказать, что в дрипке с нижним обдувом сладости больше, кислоты меньше. А вот в дрипке с боковым обдувом добавилась еще кислота, и все как-то выровнялось. Палитра стала такая более понятная. Жидкость не переоромлена и недооромлена, будем говорить так. Жидкость сбалансированная и... В принципе, хорошо читается в любых девайсах, ну, в подобных. Ну и давайте МТЛ-ник пройдемся сначала по тугой тяге. Ну, МТЛ-ник тут не то. Не то пальто. На вкусовой даже вот могу зачет. Самый зачет по вкусовой дрипке. Потому что, в принципе, воздуха стало меньше, спектр сократился. И на вкусовой дрипке отдала вот все правильно. Ну, вот то, что хотели, наверное, дать производители. Или сложились так обстоятельства, ароматизаторы так отдали во вкусовой дрипке. Вот именно все эти, скажем, ноты вкуса, которые присутствуют и в нижнем, и в боковом обдуве, они все вот сконцентрировались как раз в формате... тугой затяжки, ну более тугой затяжки, чем свободная, как у дрипок, да, очень зачетно. Ну, у меня все, поехали к следующему обзору.